Водители общественного транспорта и автолюбитель находились в шоковом состоянии, поэтому рассказать, как произошла авария, не могли. О деталях ДТП сообщили представители безопасности дорожного движения. По их словам, водитель автобуса под номером 26 следовал по маршруту проспект Вахитова. Автолюбитель за рулем Рено Каптер решил повернуть на улицу 40 лет Победы. Автобус ехал по крайней правой полосе, то есть водитель автомобиля Renault со второй левой полосы, то есть резко решил повернуть направо на 40 лет Победы, и в связи с чем произошло ДТП. У иномарки помята правая сторона, а автобус пострадал куда меньше, а разбиты фары и лобовое стекло. Сумму ущерба предстоит еще определить. А для пассажиров поездка в общественном транспорте едва не закончилась больничной койкой. В то время, когда случилась авария, в автобусе под номером 26 было не так уж и много людей, всего 6-7 пассажиров общественного транспорта. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. Машина подрезала, произошло ДТП. В это время в салоне находилось 6-7 человек. Одна женщина упала, мы с ней поговорили. У нее небольшой ушиб руки, нога. Сейчас мы разговаривали, ее увезли в БСМП. Чувствует себя хорошо. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Кроме того, определить степень виновности каждого из участников аварии. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.